Но тяжелее бывает, когда в клетке заперт тигр. С ним вместе заперта немая рыба. Она не крикнет, вряд ли он позволит. Но стоит вам лишь поменять стихию, и вы увидите, уверовавши в чудо, и гроб балкона дополняет утро и помнит небо радужкой слепого, но слышавшего многое и часто. И правда нет ни в винном аромате, ни в сне, ни в дне, ни в улицах мощеных. Ее ища в потоках расстояний и к сну стремясь, и создавая раму единственной ночной моей картины, ей грани, агапе, филия, старге и эрос, острыми углами. Рисую вашу призрачную руку, и с нею, будто с вами, засыпаю. Редкие слова, поперек ли, может и вдоль, но все же сказанные и ставшие кожей, задевшей кожу, отразившись дрожью на поверхности и под нею, имеют одно паршивое свойство, которое связано с памятью и отсутствием сна. Но я не мастер вести монологи, поэтому говори со мной, так будет лучше, даже если сна вовсе не будет. Листы подходят к концу, и это славно. А знаешь, в этом городе дороги часто достигают перекрестков, и потертые осенние аллеи, словно сети, и влюбленный остров кажется не самым страшным местом. Он в меня, как я в тебя влюбился. Мы пропали, дети в океане, но я вынырнул и тотчас помолился. За тебя, за счастье в твоем доме, за твое прекраснейшее счастье. И застыл. Вдруг в городе, как в доме деревенском, все затихло в одночасье. Я смотрел на твой портрет и молча исправлял в нем каждую небрежность. И по телу разливалось тихо. Редкая, задумчивая нежность. А потом ты стоишь на сцене и думаешь, Господи, лучше бы вы не хлопали, потому что эти пресловутые аплодисменты, они чудесны только, когда их много. Это не призыв к действию, ни в коем случае. Нет, нет, нет. Это скорее... Ну ладно. А на это стихотворение, оно так обозначено из цикла «Приземленные верлибры». Недавно мой очень хороший друг Витя Исаев, более известный как ПЦХ, аббревиатура переводится, расшифровывается как «Боже, царя храни». Ну, такой, типа, достаточно интересный музыкант. Вот. Он превратил это стихотворение в песню. Но я все-таки прочту первоначальный вариант. Вокруг открываются двери. Вокруг витают образы. Та, что любит тебя, уже давно заждалась на платформе станции «Звездная». Но намного лучше тонуть в своих печалях, знакомиться с незнакомцами, проводить дни за просмотром, стыдиться, хранить ненужную память. На платформе станции «Звездная» открыты двери в космос, закрываются двери в Купчино, открываются ее глаза.
Но намного лучше окатить водой свое дряблое тело, придумать себе занятия, знакомиться с незнакомцами, закрыть все открытые двери, хранить ненужную память. На платформе станции Купчино открываются двери. Та, что любит тебя, отправляется на электричку. Но намного лучше утонуть, повеситься, отрастить волосы, бороду, натянуть последнюю, чистую футболку. Она в электричке до Павловска и едет с книгой в кармане. Молчит. Куда она едет? Скорее всего, от тебя. Но намного лучше посмотреть вперед, оглянуться назад и не знать, что из этого лучше. Я как будто в состоянии сна, когда слышу эту музыку. Спасибо, Маша. И вам спасибо за то, что слушаете. Не, я не забыл стихотворение. Эта молодость пройдет по красту, не волнуйтесь, мама, понапрасну. Эта молодость и так уже проходит, вы на взводе, мама, я на взводе. Я давно уже не верю в женщин, да и женщины мне не особо верят. Я старею, милая, старею, но люблю тебя ничуть не меньше. Наша молодость пройдет по факту, получите, распишите, до свидания. Я не хочу казаться адекватным, кто из нас нормальный, я не знаю. Я не знаю.
охутану я в Западной Двине, или погибну как-нибудь иначе, страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут, они меня на кладбище снесут, простят долги и старые обиды. Я отменяю воинский салют, не надо мне гражданской панихиды. С утра не будет траурных газет, подписчики по мне не зарыдают. Прости, прощай, Центральный комитет, ах, гимна надо мною не сыграют. Я никогда не ездил на слоне, имел в любви большие неудачи. Страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут. И порой мне кажется, что меня зовут «Купи хлеба» или в Ревгош началась распродажа, а я живу и не знаю даже, какое над Киевом небо. Ты так редко бываешь со мной откровенно, и мне порой начинает казаться, что все наши слова — это та же измена без губ и без пальцев. Ты давно и так долго со мной не знакома, что бывает неловко сказать тебе «здравствуй». В городе, где торжествует пространство, мы забираемся в собственных комнатах. Идет этот дождь, питерский моросящий, ты от него ничего не ждешь, и он такой, ничего не просящий. Тебе очень идет цвет твоих глаз, цвет коньяка и безумия, в них утопаешь один только раз, как Помпея под пеплом безумия. Тебе очень идет это небо, этот город и эти прохожие. Я за тебя читаю молебны, но, пожалуйста, будь осторожнее. Называй меня кем угодно, только не бывшим. Потому что я и настоящим-то никогда не был. Ни с тобой, ни с другими, ни с небом. Я в себе эту блажь задушил. Не хочу тебя больше читать. Ни твои СМС, ни твои электронные письма, ни открытки, которые ты мне дарила в дни наших ссор. Я тебя закрываю, как скучную книгу, и от нечего делать веду разговор. Но в моей голове остается так много всего, о чем уже стоит забыть, о чем говорят только в барах и за глаза. В моей голове с того самого лета зимуют твои голоса.
мужчины спиваются, женщины сходят с ума. На носу Новый год и какие-то красные пятна. Но чего же ты плачешь, ты же все понимаешь сама. Хотя мне, если честно, совсем ничего не понятно. Я плетусь на работу, с работы бегу домой, чтоб хоть как-то наполнить пространство и время смыслом. Я боюсь оставаться один на один с тоской, когда в голову лезут без стука шальные мысли. Вроде все как у всех, вроде все как всегда. Ты меня не узнаешь, если я промелькну в толпе. Но я верю и жду, что наступит тот день, когда, когда в сердце моем опять зацветет апрель. Посмотри, как кончается лето на аллеях, дворах и проспектах. Я не помню, кем задан был вектор, но мы явно идем не туда. Я не помню, чего мы хотели, когда матери наши портфели разноцветной на вкус акварелью наполняли до самых краев. И мы верили чьим-то рассказам, что, увы, не бывает все сразу, что на каждую хитрую жопу есть отцовский военный ремень. А сейчас я все с тем же портфелем и при деле, и вроде бездельник, и друзья все давно повзрослели, а мне будто бы 20 лет. Передаю привет лирическим героям своих немногочисленных стихотворений, где каждый третий недобитый гений с запасом нескончаемых историй. Передаю привет капризным героиням ни в жизни не написанных сонетов, манерным, недолюбленным и синим мечтам новогиреевских поэтов. Передаю привет забытым и забывшим, оставшимся на память фотоснимках, где был с вами, но немного лишним, на свадьбах, днях рождения, поминках. Здесь есть ребята с первой линии метрополитена, с красненькой. Я пью таблетки, чтобы быть веселой, и улыбаюсь, но как будто матерюсь. Не надо, доктор, я боюсь уколов, я даже за себя так не боюсь. Мне страшно быть собой, но мне не стыдно смотреть в глаза тому, кого люблю. Мне жалко вас, приравненных к нулю, ванильных, плюшевых и миловидных. Ты смотришь про ментов телесериал, мы ждем, когда подействуют таблетки. Как хорошо, что мы живем на красной ветке. Мой серый город, ты меня достал. We'll be right back.
На кого я стал похож, посмотри. Да черта снаружи, ни черта внутри. Сколько лишних звуков, сколько суеты. Вместо вечных истин вечные понты. И твердят ребята за моей спиной: раньше был ты братом, а теперь иной. Нечего ответить, нету лишних слов. Съехавшим соседям раздарил любовь. Грустным и веселым, строгим и не очень, странным и обычным, хмурым и чудным. Всем, кому попало, я раздал печали, чтобы оставаться вечно молодым. Неоплаченному проезду в метро, недоеденной кем-то пиццы в КФС на фудкорте. Вот такие вот радости в 30 с лишним лет. По-настоящему лишними были последние лет 6 или 7, когда я перестал возить совсем, когда моя жена вышла из дома за хлебом и не вернулась, потому что уехала с кем-то в Египет, а старые друзья перестали быть хиппи, а новых как не было, так и нет. По утрам я все так же считаю овец, чтобы хоть как-то уснуть, чтобы хоть как-то остаться собой. В этой сплошной беготне, в поисках смысла и чарки вина. И когда мне твердят «Смотри, старина», я им отвечаю «Нет». Ну что, дорогие друзья, теперь надо приготовить прям все по максимуму. Там. Ладошки, моджо, ноги. Сейчас выйдет сам Рома Гонза на эту сцену. Так что встречайте его, пожалуйста. Буквально через пару мгновений, через перерыв, там специальная драматургия. Так что 3 минуты у нас еще есть. И готовьте полностью свои ладошки. Спасибо большое. Поехали.